Всем привет! Ветеринары назвали змею идеальным питомцем. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и все подробности прямо сейчас. Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии, змей рекомендуется заводить тем, кто любит тишину и покой, так как эти пресмыкающиеся не шумят, не пахнут и мало едят. В пресс-службе добавили, что змеи – это очень самостоятельные животные, которые не требуют от человека много внимания. Более того, для содержания пресмыкающегося не нужно больших вложений, потому что им нужны только террариумы с белым светом, обогревающая лампа, место для укрытия и емкость с водой, чтобы змея смогла там поместиться полностью. При желании змею можно взять на руки и погладить по направлению чешуи. Недовольство она выражает, когда шипит. Поскольку для здорового пищеварения змеи нужно тепло, она может пригреться возле человека. Ветеринары советуют для первого пресмыкающегося выбрать полоза или королевскую змею. Популярными сегодня являются маисовые полозы. На этом пока все. Еще больше интересных новостей читайте на сайте mymsk.online. До скорого!